шумела, волновалась Иудея. Пришел в движение Иерусалим. В притории судили Назарея. Приговорен был к смерти Божий Сын. Перед народом, ложью озлобленным, стоял безгласным он, Царь Небес, был словно агнец, кротким и смиренным, готовый принять смерть, зайдя на крест. Над ним смеялись, планетам били, в лицо плевали, бичевали вновь, потом венец терновый возложили, из-под венца струей стекала кровь. Нес на Голгофу крест свой, повинуясь, и обессилев падал под крестом, как под его ногами не прогнулась земля от тяжести грехов на нем. Грехов вселенских, всех людей на свете, кто были, есть и что придут в веках, один за всех Христос нес тяжесть эту на человеческих своих плечах. И вынес их нагом, изнемогая и выбиваясь из последних сил, там римский воин, тело распиная, страдальцу руки ко кресту прибил. Подняли крест, и к древу пригвожденным повис Спаситель мира, Божий Сын, Царь Иудейский, злобно осужденный на смерть народом, избранным своим. Причённое пророками случилось, предсказанное ими о Христе, Иисус воскликнул громко: «Совершилось!» Склонил главу и умер на кресте. Померкло солнце, дрогнула планета, завеса ветхого разодралась. Святая жертва Нового Завета принесена, кровь Агнца пролилась. С креста истерзанное тело сняли Иисуса тайные ученики. Скорбящие они еще не знали, кого в слезах в гроб каменный несли. Казалось, навсегда оно почело. На третий день свет землю озарил. То ангел, словно яркое светило, сошел с небес и камень отвалил. Христос воскрес, расторгнув узы смерти, он женщинам испуганным вещал. Христос воскрес, несла Мария вести. Воскрес, Фома неверия повторял. Воскрес, в испуге стражи восклицали. Воскрес, со злобой молвил фарисей. Воскрес, в народе громко повторяли ученики спустя немного дней. Та весть, как солнце утром засияло, исчезла тень, растворилась мгла. Та весть, как вечный праздник ликовала, как радугой всю землю обняла. Она горела, верой зажигая холодные и черствые сердца. Она гремела, души пробуждая, жить для любви, для мира, для Творца. Сегодня светлый праздник воскресенья, та повесть чудная пришла и к нам. В Христе распятом мы нашли спасение, воскресшим оправдание сердцам. Аминь. Христос воскрес.